Безопасность дорожного движения – забота общая. Для того, чтобы оценить эффективность принимаемых мер и внести необходимые коррективы, в Славянской администрации прошло краевое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Это был серьезный разговор о важных вещах. В работе комиссии участвовали глава Славянского района Роман Синеговский, заместитель председателя комитета законодательного собрания Кубани по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Иван Тутушкин, заместители глав Славянского, Красноармейского и Калининского районов, представители Государственной инспекции безопасности дорожного движения, главы поселений. В докладе заместителя главы Славянского района Александра Бельдеева был сделан анализ состояния дел в пассажирских перевозках, которые проходят по 18 городским и 18 пригородным маршрутам. Контроль за перевозками осуществляется по всем установленным нормам. Для повышения безопасности детских перевозок проведена комплексная проверка состояния школьных автобусов. Нарушения были устранены. В прошлом году для района приобретено 4 школьных автобуса. В нынешнем также ожидается пополнение их парка. Кроме того, были обсуждены проблемы содержания и ремонта дорожной сети и меры по повышению оснащенности и обустройства дорог местного значения. Вопрос серьезный, он вызвал большой интерес со стороны глав поселений. В решении комиссии оформлены результаты рассмотрения актуальных вопросов. Безопасность движения – забота общая. Для поддержания ее на уровне нужен комплекс мероприятий по улучшению транспортного обслуживания, обеспечению безопасности пассажирских перевозок, профилактике дорожно-транспортных происшествий. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».